Так, друзья, мы ждем Windows 11 уже в 2021 году, причем мы все ждали второе обновление Windows 10, да, в конце 2021 года, но в конце 2021 года, то есть осенью, будет еще и Windows 11. И как часто Windows 11 будет обновляться? Да, так же, как и Windows 10, будет получать два огромных обновления, значит, базисные обновления безопасности будут входить во второй вторник каждого месяца, так называемые Touch Tuesday. Эти обновления будут загружаться и устанавливаться автоматически. Также для Windows 11 будут входить так называемые обновления CED, выпускаемые на третьей или четвертой неделе месяца. Установка их будет осуществляться по желанию пользователя, а критически важные исправления из обновлений CED будут включать следующее обновление по вторникам. Наконец, для Windows 11 будут выпускаться и внеочередные заплатки для критических дыр. В том случае, если нет времени ждать до следующего обновления по вторникам. Также компания подтвердила выпуск спецсерии Windows 11 LTSS 5-летней поддержкой, однако ждается она не раньше конца 2024 года. Друзья, еще раз повторяю, ждем Windows 11 уже в октябре-ноябре, прошу прощения, вот этого года, уже совсем скоро, уже лето, вот один месяц остался, и уже скоро осень. Ну и также, что можно сказать, что ждем, не дождемся. Ну, а обновление даже на той версии, которая у меня есть, Windows 11 постоянно выходит, даже чаще, чем для Windows 10. Вот, собственно, и все. Ссылка на новость в описании. Всем пока, до свидания.